потолок у новогодней елки. Юрий Левитанский. Исполняет Евшель Александра. И Журавский Андрей. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима? Полагаете вы? Полагаю. Я ведь давно следы пролагаю. Ваши уснувшие ранее порою дома. Что за всем этим будет? Будет январь. Будет январь? Вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Это с картинками вьюги, старинный букварь. Чем все это окончится? Будет апрель. Будет апрель? Вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья и ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько вьюги не кружить. Недолговечна ее кабала и опал. Так разрешите же, в честь новогоднего бала, руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный, шар со свечой внутри, и карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.